Викторину среди студентов Гуманитарно-технического колледжа провели в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Приурочили ее ко Дню независимости Республики Казахстан. Будущее в руках молодежи. Сегодня мы видим, что молодое поколение знает и помнит историю своей страны. День независимости – это очень важный праздник. Когда-то наши предки боролись за то, чтобы быть сильным и независимым государством. Участие в игре «Викторине» приняли 7 студентов Гуманитарно-технического колледжа. Ребята отвечали на вопросы по истории и географии. Мы каждый являемся патриотом своей страны. Это мы здесь родились, выросли, учимся, будем работать. То есть мы должны знать историю нашей страны. И несмотря не на любые трудности, это как бы все же история, это интересно. По итогам викторины обладателям 3 призовых мест вручили почетные дипломы и книги. Валерия Филатова, Олег Косинов, МТРК.